Друзья, всем привет! Сегодня готовим голубцы из ревеня. Будет очень вкусно. Лук порезать мелкими кубиками. Морковь потереть на крупной терке. Я заранее сварила рис в подсоленной воде. Время варки 15 минут. Он почти готов, но не полностью. Большие грубые прожилки срезать ножом. Можно также постучать ложкой, чтобы они стали помягче. Если листы большие, их можно разрезать на две половинки. И также боковые прожилки постучать ложкой. Таким образом подготовить все листья. Сковородку согреть и вылить в нее масло. Выложить лук, обжарить его до румяности. Когда лук начнет румяниться, добавляем морковь и томим все вместе до мягкости моркови. Огонь можно слегка убавить. В фарш выложить рис, половину морковно-луковой смеси, всыпать соль и перец. Добавляем их по вкусу. И ложку томатной пасты. Перемешать. Начинка готова. И приступаем к формированию голубцов. Начинку выкладываем на внутреннюю часть листа и плотно заворачиваем. Готовые голубцы плотно выкладываем в кастрюлю. И таким образом формируем все голубцы. В отдельную миску выложить оставшийся лук с морковкой, сметану, томатную пасту, добавить немножко соли и вылить горячую воду, примерно пол-литра. Перемешать. Заливку вылить в кастрюлю с голубцами. Их у меня получилось 20 штук. Слегка придавить тарелкой, чтобы заливка немножко вышла за ее пределы. И сейчас ставим кастрюлю на огонь. После того, как содержимое закипит, варим 35-40 минут. После закипания убавить огонь и накрыть кастрюлю крышкой. Итак, наши голубцы готовы. Голубцы из ревеня можно делать с любым фаршем. Сегодня я готовила их с бараниной. Листочки в этом случае слегка переварились. Хорошо готовить с куриным фаршем, время варки сокращается в 2 раза. Друзья, всем спасибо за просмотр и до новых встреч!